против обычного сезонного гриппа, рост заболеваемости которым традиционно отмечается в осенне-зимний период. Сегодня в северной столице стартует всероссийский день бега кросс-нации 2009. Крыша. Экрана, поэтому подпевать мог каждый желающий. Об этом сообщает сегодня и Тартас. Доллар стоит в России в эти выходные дни 30 рублей 37 копеек, евро 44 рубля и 68 копеек. В российской «450 тюльпанов любимому городу» проходило в прошлом году в Ижевске. Предприятия, организации и учреждения стали... Это мега-шоу, в котором вы можете поучаствовать. Если вы хотите устроить сюрприз своим родным и близким, звоните на мобильный портал «Авторадио 0609». ...своей сентябрьской зарплаты. Маурисио Макри не явился в психиатрическую больницу, где должен был юридически засвидетельствовать приостановку ремонта в здании. Макри постоянно привлекает пристальное внимание местной прессы... Мы танцевали!
clothes, watching her do her thing on all fours. Now that that dish should be against the law. From side to side, left to right, break it down, down, down. You know what I like when you. Әнәшесі жауаплылығы шекленген Кайрыз жәмғиеті. Ульян автозаводының рәсми дилері Кайрыз. Уазлар сата, бүтін моделлер де бар, әм бәлелер де сауытнықы. Телефонына 227. Того же мнения. И я. И я. И я. И я. И я.